любимые мои подписчики и телезрители. Для вас показываю замечательная посылочка. Это у нас должны быть наушники. А наушники Xiaomi должны быть. Интересно. Все-таки. Что там такого от нас скрывает? Это новые Xiaomi-овские наушники. Вот. Шли они около месяца. Это супер-пупер наушники. Еще мало у кого таких. Сейчас мы посмотрим. Приятно держать в руках хорошую вещь, настоящую. Так, что у нас тут? 14 грамм, 32 Ома, 1,25 метра, 101 децибел чувствительности. Ля-ля-ля, 3,5 джек. И что мы делаем? Мы открываем волшебную коробочку. Это, блин, забыл, как же они называются. А по-китайски я не умею читать. Да. Инструкция. В общем, это новинка от Xiaomi. Сегодня у нас 4 декабря 2015 года. Провод такой. Прикольно. Провод-то. Как шнурок у ботинка. Так, так. Ну, вылазь. Иди ко мне, мой хороший. У нас есть наушнички Аудиотехника. Эти напоминают Аудиотехнику. Сейчас мы вам покажем, мои хорошие. HD Audio написано. Здесь дырочка у нас для воздуха. Сообщение с атмосферой. Вот такие. И здесь у нас гарнитурка. Три кнопочки. Их можно перепрограммировать. У кого Xiaomi телефон, там можно переназначить эти кнопочки. И штекер металлический из нержавейки. Вау! Золото. 24 карата золота. Некий штрих-код. Ну, в общем, замечательно. Клиент доволен. О, сосед проснулся с перфоратором. Я закончил только что, а теперь сосед проснулся. В общем, ребята, вот наушники. Я таскаю сейчас JBL. Принеси JBL. И сможешь свои тоже принести. Это стоит 1500 рублей. Это специальные новые Xiaomi наушники. Забыл, как называется, но потом напишу название. Упаковочка. Но это не Piston 3, это новые. Сейчас нам покажут. Били наушники, с которыми я таскаюсь уже год. Они меня радуют вообще изумительно. Вот, можно сравнить. У них диаметр мембраны меньше, поэтому они маленькие. Но играют они классно. Я говорю о JBL.
А еще есть вот такие вот аудиотехника. Наушнички. Вот у аудиотехники ей уже года 2, наверное, или 3, да? И это тоже стоило 1500, но у нее мембрана еще больше диаметром, чем у Xiaomi. Можно увидеть вот на этом ракурсе. Вот такие. Сейчас возьмем одинаковый и сравним. Как звучат, не пробовал. Сейчас попробую. Так что всем пока. Покупайте технику Xiaomi и пусть она вас радует. Счастья вам, любви и удачи. И с наступающим вас Новым годом, всеми праздниками. Всем пока. Увидимся, потом еще что-нибудь вам покажу.